Не дождешься. Ладно, я тут подожду. Зачем мне на тебя подписываться? Вот в этом смысле. Все, Юрка пошел. Ему не спится, пошел невесту искать. Выйду я в поле. Куда я пошел? Да, только пошел, только, блин, куда я пошел? Развернулся, обратно зашел. Выйду на поле, гляну. Что-то как там, гляну на село. Девки гуляют, и Юрке хорошо. А, чё, нет, что ли? Ой, блин, вляпал в мокрый помидор. Угу, ага. И ники у всех такие, фантазия у людей, конечно. Кекс, кекс, кекс. Сладкий, соленый. Откармливаем Дина за 4 дня моего отсутствия. Юрий, почему нет фото? Почему нет вашего фото? Ну что? Самой придумывать, как вы выглядите. Алекс, у вас тоже там фото нет. Алекс, почему вы молчите? Куда вы все делись? Все писали, все куда-то делись. Орвот, Юрий. Что смеет? Я не везде ставлю фото. Ну, а мне сиди, придумывай, значит, как вы выглядите. Буду представлять вас вот как мой Дина. Маленький, толстенький, в оранжевом комбинезончике. И этот, по полюшку такой. Да, вот. Или Юрку вообще не уснуть все. А все, фото нету, доказательств нет в моей голове, вы выглядите уже именно так. Все. Я уже не принимаю других аргументов. А все, а надо было ставить фото, потому что надо было ставить фото. Или сразу только в личку. Я выгляжу вот так. Ха! И все. И все. У меня есть админ Серж, который. Он же тоже фото не выкладывает там. Ну, там секретный секрет какой-то. Вот. И его тоже приходится представлять в своей голове его. Не дает на себя посмотреть, представляешь? Как так общаться с человеком, даже не подозревая, как он выглядит. Он даже описать себя не хочет. Маленький толстенький Юрий. Ладно, у меня очень милый день. О, исправился. Прислал фото. А я посмотреть, наверное, смогу. А? Посмотреть могу только после эфира. Ладно, придется перефантазировать вас, Юрий.
Ладно. Нормальный такой рабочий мужчина. Хай. Почему вот одинок? А сколько лет вам, Юрий? Даже ни разу лет не спросила. Это преступление, конечно. Вот у меня там написан возраст. Ой, мне ножки затекли. Ой, господи. Я рада, что нормальный. Юрий, да мы все рады, все, кто нормальные. Ну, или, по крайней мере, считаем себя так. 35. Ну, нормально 35, у меня брату 35. Вот. Ой. И Варя. Ух. Он просто в разводе. Как можно было развестись? Зачем? А дети? А дети есть? Не то, чтобы я собираю досье. Волосы, короче, стали. Потому что я их постригла. Логично же, что они стали короче, раз я их постригла, правильно? Или вы года об этом говорили, нет? Дочь. Общайтесь с дочками. Для девочек очень важно с папой общаться. Это прям очень важно. Вот. Сейчас мы свои пусть смотрят. В зеркало подойдет и смотрит на свои. Юрий зашел. Казать мне. Я бы показала. Я бы не заблочил. Другое бы кое-что показала. Вот такого, что я бы показала. Блин. Спасибо. Что же она показала бы? Ну да, у меня не вырос. Как выяснилось, почему я девушка родилась. Вот, блин, задать вопрос этот производителям. Кто претензию выписал? Че я девушка родилась? Меня всю жизнь мою этот вопрос интересовал.